Ребят, у нас, похоже, новогодний трамвай сломался. Стоит, мигает аварийкой. Не знаю, либо, может быть, что-то авария какая-то впереди, и он просто встал, всех высадил. Но раз он никуда не спешит, я уж решил, что можно и другую камеру взять с зумом. Что-то непонятная какая-то ситуация. Вообще нет трамваев ни в ту сторону, ни в другую. Вот что интересно. Потому что если какая-то авария, то обязательно какая-то бывает тут толпа их. Трамваев, я имею в виду, друг за другом стоят. А тут ничего нет. Вот в ту сторону я смотрю. И что-то вообще нет трамваев. Не знаю, что такое. И машины как-то странно едут. Вот они пытаются в чужой ряд. Или он просто паркуется, здесь нет. И за ним тоже как-то хитро выруливает. Не знаю, что там случилось, наверное. Хотя я только что на улицу выходил, буквально 10 минут не прошло, и ничего этого не было. Так, вот вижу нечто, так сказать, вот там вот стоит машина как-то наперекосяк, мигает аварийкой, рядом человек в оранжевой куртке, возможно, это водитель трамвая вышел посмотреть, что и как. Да, в общем, там авария, вот в чем дело, вот там вот мигание видно, вот так вот, ага, вот и трамвайчик сзади. Подкатил. Ну, тоже, наверное, сейчас всех высадит. Зато люди останавливаются, фотографируются. Ну, ладно. Во всяком случае, выяснилось, в чем дело. То есть навстречу трамваи не едут, потому что там машина все перегородила аварийная, а сзади они начали собираться в нормальную пробочку свою обычную. Видимо, пробки не было просто по той причине, что только-только все случилось. Да, он водитель, который там в оранжевой куртке стоял, пошел в свой трамвай. Людей высадили, вон они пошли пешочком. Ну, ясно. В общем, все понятно. Причина остановки стала понятна, дальше я уже не буду.
Вот так вот. При таких обстоятельствах в этом году я впервые увидел трамвай в новогоднем убранстве. Вот так вот. Ирония судьбы.